парни, старый Суворов. Ну, здравствуй. Вот, дорогие друзья, все искал этот памятник и нашел его наконец-то. Старик Суворов покинут австрияками и вынужден вести русскую армию через Альпы без продовольствия, без карт, без снаряжения, и все-таки сделал это. И это примерно за несколько месяцев до своей смерти. Старый человек, старый генералиссимус. И вообще у меня такое глубокое уважение. Очень хотелось бы пройти весь маршрут, который он прошел из Италии в Лихтенштайн. То есть, ну, пересек Альпы, по сути, да? Обязательно нужно будет это сделать. Ну а пока вот только снимки у памятника, ребята, в Швейцарии. Перевал Сан-Готтард.